Всем привет, дорогие друзья! На обзоре HP M132. В этом видео я хочу поговорить про ремонт блока сканера. Посмотрим, а точнее послушаем на дефект. Вот такой неприятный звук, неприятный треск, жужжание. На качество картинки я не смотрю, копировал с открытой крышкой, просто чтобы показать, послушать, как отрабатывает сканирующая линейка. Вот такой вот странный, непонятный звук, треск. Самое интересное, наверное, будет в конце видео. Но для начала нужно разобрать, снять блок сканера и разобраться в причине. Привет! Если ты впервые на моем канале, тебе помогло и понравилось видео, не стесняйся, подписывайся, жми палец вверх, жми колокольчик, и тогда ты будешь первым видеть все новые выпуски. Потому что впереди у нас много нового и много интересного. По всему периметру крышки идут винты. Также два винта на задней части. Первым делом нужно снять крышку узла сканирования. От себя чуть-чуть отгибаем. Тут две защелочки, стараемся их не ломать. Дальше нам нужна будет звездочка на 10, два винта сзади и 4 винта с нижней части. Просто так снять, открыть стекло не получится. Потому что стекло держит еще два винта, они находятся там внизу под нижней частью, поэтому узел сканирования все-таки придется разбирать. Откручиваем один винт, снимаем боковую крышку. По периметру, как обычно, защелки. Все отщелкиваем, крышку на себя. Есть. Далее отсоединяем шлейф сканирующей линейки. И убираем, снимаем пластиковую заглушку, которая защищает шлейф. Теперь аккуратно через отверстие достаем шлейф спиритовым кольцом. Дальше с правой стороны, вот здесь вот в этом месте, есть как бы ушко защелка, на нее нужно будет нажать, и весь узел в сборе чуть-чуть отойдет. Примерно вот таким образом отщелкиваем, с другой стороны слева направо выдвигаем, аккуратно, не повреждаем шлейф. Так вот, в принципе, все быстренько. Узел сканера мы достали. Вот они, оставшиеся два винта. Раз-два. Опять-таки звездочкой на 10. Аккуратно поддеваем и достаем стеклышко. Вот он весь этот хитрый механизм сканирующей линейки M132. Я подумывал, из-за чего может быть треск-шум. Возможно, как на старых M1005, M1120 ломалась ось, на которой сидит шестерня, клинило движок, но в нашем случае линейка двигается и при этом шумит. Давайте разберем еще поближе, повнимательнее посмотрим. Бывает, аппарат стоит на окне, на подоконнике, залетает, особенно летом, песок, пыль, попадает в зубы шестерни, возможно, гудит, барахлит из-за этого. Шестеренки все чистые, движок крутится
плавно, не дергается. Даже под нагрузкой. Это, конечно, не совсем показатель, но все же. Устанавливаю все на свои места, предварительно смазав крутящие моменты. На всякий случай в таких мелких переборках, ремонтах есть смысл передернуть шлейфы. Но первичный осмотр, переборка и смазка в моем случае не помогло. Вторая попытка. Посмотреть рельсу, по которой ходит сканирующая линейка, на которую давит вот этот вот молоточек якорь. Все еще раз тщательно посмотреть. Ну и может быть имеет смысл смазать. Такая есть у меня смазка для редукторных передач. Пусть не белого цвета, немножко не в цвет, но функцию свою она выполняет. Смазываю рельсу, так называемую, кулачок или якорь, который прижимает сканирующую линейку к этому рельсу. И проверяю вторую попытку. Продолжаю ломать голову, но вариантов осталось немного. В свое время разобрал кучу струйников на разборку, на выкидыш. Но сканирующие линейки, также шлейфы, движки, шестеренки и прочее, все оставляю. Иногда, кстати, это дело пригождается. Не выкидывайте, если у кого есть такие вещи в могильничке, в загашнике, иногда помогает. Поставил я движок от струи. Смеха ради откопируем виндовую страницу. Линейка доходит ровно до серединки. Ну и получается, короче говоря, фигня. Если кому интересно, парт номер оригинального движка вот здесь вот можете посмотреть. Короче говоря, движки отдельно не нумеруются, можно поискать только с разбора, с подбора. В сервис-мануале поставляется только блок сканера в сборе. Поэтому, друзья, похоже, придется нам колхозить и подбирать из того, что есть на разборе. В моем случае я вышел из ситуации с помощью донора. Просто больше не было вариантов. Взял движку с донора. Странный звук, шум прошел. Сканирующая линейка ходит, отрабатывает исправно. Любителям и советчикам Hewlett-Packard посвящается. Кто любит советовать Hewlett-Packard, на таких вот простеньких машинках скоро закончится гарантия. Клиенты, пользователи подтащат сервис. Что нам с ними делать? Вопрос хороший. В сервис-мануале поставляется только блок сканера в сборе. Словом, готовьте доноры, готовьте могильнички. В ближайшем будущем оно нам еще пригодится. Вот такое видео у меня получилось. Такой вот один из ремонтов. Немножко я с ним повозился, но результат есть. Ну и в самом конце, чтобы уж расставить все точки, покажу, уже без моих комментариев, как обратно собирается блок сканера. Вдруг кто-то не запомнил. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.